Я Darkblade получил в подарок. Хочу сделать V2. Получаем. Готово. У V2 улучшенные скиллы. Проверяем. Мощно. Дейв пошел в Первое море сделать Darkblade V2. А чем бы мне заняться? Надо бы что-то серьезное получить. Чего у меня еще нету? Такс. Коса. КДК. Сул-гитара. ТТК. Дарк-дайгер. Оказывается, много чего у меня еще нету. Все не перечислишь. Но я поставил цель получить все в этом мире. И что мне сегодня получить? Подожди-ка. Я кое-что вспомнил. А сейчас смотри сюда, мелкий. Да ну, коса! Как? Откуда? Ну, к этому тебе еще долго стремиться. Скажем так, левел в 500. Ах так, Дэйв? Долго стремиться мне надо, да? Левела у меня уже хватает. Сегодня я получу уже долгожданную косу. И ты наконец-то поймешь, что твой брат не дрыщ какой-то. Итак, священная коса выпадает с босса Рипера с шансом 5%. Но к Риперу попасть не так уж и легко. Для этого нам потребуется священная эссенция. А священную эссенцию можно получить двумя способами. Первое – помолиться над надгробием самки с привидениями. Второй способ – получить случайным образом у короля смерти. Первый вариант мне не нравится, потому что там шанс мизерный. А с помощью ролла у короля смерти я уже получил огненную эссенцию, когда делал Dragon Talon. Получилось один раз, получится и второй. Да, так и сделаю. Пойду к королю смерти. Для каждого рандомного сюрприза надо 50 костей. У меня 128. Хватит на два раза. Надеюсь, повезет и выпадет священная эссенция. Первый пошел. Деньги 16 тысяч. Второй раз делаю. 206 фрагментов. Эх, нехорошо получилось. Придется фармить кости. Попробуем. Старик, ты что, издеваешься? Зачем мне фрагменты? Придется фармить еще раз. Опять деньги? Старик, ты смотри у меня. Я тебя прикончу. Я состарюсь, пока этот бородач мне отдаст священную эссенцию. Тут без помощи друзей не обойтись. Будем вместе фармить кости и вместо одного ролла купим несколько. Спасибо, друзья, что собрались. Идем фармить. Кто-то получил эссенцию. Молодец, чувак. Идемте призывать Рипера. Thank you.
руку. Где он? Вот ты где! Наконец! Давайте запечатлим этот момент. Все вместе. Чиз! Спасибо, друзья! Вы меня сильно выручили. Пойду пофармлю мастера. Хочу открыть скиллы косы. У косы два скилла. Один открывается на 150 мастера. Второй на 350. Круто!